Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая крутая аркада на Android под названием Homo Evolution, происхождение человека. Игра вышла, ребята, недавно, и сейчас она набирает популярность, и даже она находится сейчас на первом месте в аркадах, набирающей популярность. Ну что, это совсем не важно, давайте, ребята, поиграем. Я зашел без интернета, и сейчас без проблем играю. Здесь мы должны как бы соединять одинаковых существ, и тогда мы получаем что-то новое. Например, вот два страуса... И получается у нас белка, две белки плюс белка, получается у нас и Индри. И вот таким вот, ребята, темпом мы здесь все вот так вот и делаем. Открываем новые яички, чтобы... Блин, как-то все так выглядит, да, все по-детски, если честно. Но все же, ребята, она набирает популярность, и поэтому я ее решил скачать и посмотреть, что это вообще такое. Так, это улучшение наших яиц. Улучшения будут добавляться с каждым разом, как мы только будем повышать свой уровень. Так, это вот, ребята, коллекция, виды различные, да, пока что здесь в этой игре доступно 52, в общем, вида. Я думаю, в конце будет сам человек. Ну что, посмотрим. Так, вот соединяем. Так, ждем, ждем, ждем. Вот еще одно яичко. Так, отличненько. Что дальше? Каждое, получается, существо дает какое-то количество своих денег, да, улучшение надо 3000, да, ну давайте подождем. Так, отлично. Так, нужно еще одного страуса, чтобы соединить страуса, потом получится у нас белка, потом мы соединим белку белкой, и получится Индри, потом мы посмотрим, кто получится. Ребята, пока ждем новые яйца, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Как только, ребята, мы откроем нового существа после Индри, мы с вами завершим обзор этой игры. Ну что, улучшаем наши яички, чтобы они побыстрее появлялись. Так, вот оно, яичко. Да блин, как же все-таки здесь уже начинается долго все происходить, но все же терпим, терпим, терпим. Как только соединим Индри плюс Индри, посмотрим, что получится, и тогда уже, ребята, с вами завершим обзор. Вот, смотрите, белка плюс белка Индри, Индри плюс Индри, получается у нас обезьяна. А, ну так все здесь, все понятно, все понятно, обезьяна, потом плюс обезьяна равно человек. Нет, 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 надо до конца дойти. Ребята, если же вдруг игра вас заинтересовала, качаем ее по ссылочке в описании. И тогда пишите в комментариях, чего же вы добились здесь, а вот, да. Кто у вас там получился, и либо же кто идет после обезьяны. А так, веселенькая, красочная аркада. Ссылочка в описании. Ну, на этом все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока.